В Дрездене прошла массовая акция против миграционной политики Ангелы Меркель и всего правительства. На улицы города вышли более 3500 человек. Активисты несли плакаты с призывом остановить прием беженцев из мусульманских стран. Активисты раскритиковали соглашение ЕС и Турции, которое, по их мнению, не работает, а также требовали отставки федерального канцлера. За соблюдением порядка во время шествия следили сотни полицейских. И в целом демонстрация прошла мирно.